Привет, ребят! Слушайте, а если бы вас как-то по-другому назвали в детстве, и у вас были бы другие фамилии изначально, у вас бы были другие диджейские ники или такие же? Ну, я думаю, что другие, потому что, опять-таки, это наши инициалы. Это Саша Виц, Игорь Шеп, это называется СВИЗ. То есть СВ и ИС. СВИЗ. Не, я думаю, были бы такие же. Это от фамилии не зависит никак. Нет, не фамилия, а от ника, как бы, это, наверное, зависит, правильно? Мы же инициалы взяли нашего ника, правильно, Саша? Нет, да, но вопрос-то был про фамилии Игорь. Ну так фамилии-то у нас другие. Абсолютно другие фамилии у нас. То есть это от фамилии не зависит? Никак это не зависит от фамилии. А зависит это от никнейма. Ребята, Саша, вырежешь? Так, что ты хотел сказать? Не-не-не, не вырезай. Черт, я что-то умное хотела спросить, но забыла. Настенька. Ладно, все, я собралась. Ребята, как вы думаете, почему многие посетители проекта думают, что вы непобедимы, и вы лучшие вообще, и круче всех здесь на батле? А разве так думают? Ну, для нас это новость, на самом деле. Мы, если честно, всех соперников уважаем и считаем, что сегодня так точно все достойны, и кто вылезет, это для всех секрет. На самом деле, я абсолютно солидарен с Сашей, что неизвестно, кто вылезет, потому что и Брейкс, и Техно, как бы, очень-очень хорошие, как бы, все ребята. А с кем бы вы хотели побатлиться из знаменитых диджеев? Наверное, ни с кем, лично мне. Лично я ни с кем не хотел бы палиться. Ну, знаменитый — это, опять же, такое растяжимое значение, я не знаю. Я бы хотел back-to-back сыграть с Оливер Хантеманом. Но это back-to-back, хочу заметить. Я бы тогда, если бы он хотел бы back-to-back с Хантеманом, я бы с Бозиным back-to-back сыграл бы с удовольствием, с прибольшим, если честно. Будем ждать новой вечеринки, спасибо. Да, вам спасибо, ребята. Батл, респект и все остальное.